Жителям предлагают сделать своему району подарок на юбилей. В Приморском стартовал конкурс на лучший гимн. Одними из первых подали заявку жители поселка Лисий Нос Артем Тиунов и Елена Чайкина. Текст песни Елена написала специально к юбилею. В нем попыталась рассказать только самое важное о любимом районе. Район большой, с богатой историей, давний. И хочется как бы все осветить, но для того, чтобы положить на музыку это, оказывается, возникают сложности. Артем Тиунов, студент колледжа культуры и искусств, сочиняет музыку не первый раз, но утверждает, этот случай особенный. Знать, что именно ты, автор гимна своего района, бесценно. Ты ощущаешь то, что твое творчество кому-то нужно, что его кто-то слушает, и оно кому-то интересно. На репетиции у Артема и Елены еще почти месяц. В Приморском культурном центре заявки и записи будут принимать до 10 марта. Потом их передадут жюри, где оценивать работы будут профессиональные музыканты. Ведь гимн – это очень важно. Гимн – это как символ или как знак, то, что должно людей, жителей вдохновлять, наверное, на что-то, на свершение. Заявки принимают и в музыкальной, и в поэтической форме. Всю дополнительную информацию можно получить в Приморском культурном центре или по телефону, который вы видите на экране. Трое финалистов конкурса запишут свои песни в профессиональной студии, а зрителям их представят уже 18 марта. Композиция «Победитель» станет официальным гимном Приморского района.